В этом мире у нас вот самое главное, сейчас вот страшно самое, что сейчас происходит, да? Это вот смотрите, я вот вино взял, вот, например, да, вино взял, да, но вот этого мне вина хватит на 2-3 дня попить. Я по глоточку буду пить. В обществе, да? О, это. Вот это как саранча, ты представляешь? Вот в обществе я вот таких должен набрать, вы представляете? Бочку, а может две. Вот вы представляете? Мне одному, вот это одна бутылочка, для общества надо бочку взять, а оно пьется. И вот представляете, им все мало, я не знаю, что такое общество. Вот постав, да, им сколько лет, будут пить. И вот что это такое, вот этот разум, вот этот непонятный, я вот, увы, вообще не собрал. Вот это жадно, и все они гребут, да хоть что ты поставил, да хоть это. И почему это им все мало, вот я вот сейчас глобально все, вот скажу, это глобально. Вот все люди гребут, штампуют, заводы такие огромные. О. Так значит, у нас все, в государстве маленькие заводы, маленькие машины выпускают, маленькое все выпускают. Ну что это такое, ну что, народу не хватает, очень мало выпускаете. Ну что это такое, ну что, это слези, это блинка в глазах для человека. Да выпускать его побольше. Вот, например, для меня, вот, например, для одного, да, вот бутылка, да. Вот бутылка одна. Ну, вот бутылка одна. Если разогнаться, вот если я разгонюсь, да, да. Вот мне вот таких бутылок, да, в день, если я разгонюсь, да, в день, да, выпить, да. Здоровой душе, особенно для молодых, ему вот. Это вот, короче, я посчитал, вот, за месяц сколько человек получает? Вот, 25 тысяч, пускай даже 30 тысяч получает, даже 50, вот 50 тысяч. На 50 тысяч, это мало сумма оставляет. Вот, на 50 тысяч он набирает. Так, на 50 тысяч, так. И мы это все, 50 тысяч, он месяц пахал на 50 тысяч. Так, и выпил. А можно за 5 дней выпить 50 тысяч? Одному человеку легко.